Два года в Пушкинке успешно реализуют проект «Семейные субботы». Для читателей сотрудники библиотеки организуют яркие, интересные тематические программы. На протяжении всего дня библиотека превращается в арт-пространство, в котором дети и взрослые находят занятия по душе. В эту субботу Пушкинка приглашает всех желающих отметить Старый Новый год. В 12 часов у нас будет проводиться необычное видеопутешествие по замечательному новогоднему фильму. Близзард. Это история об девочке, которая мечтала и хотела научиться кататься на коньках. И ее необычном волшебном друге Близзарде. Это как раз один из оленей Санта-Клауса. В 14:00 гостей библиотеки ждут на проект «Читаем вслух», который стартовал здесь летом прошлого года. Читать и обсуждать будут удивительную книгу Екатерины Бибчук «Снежный лис». В течение дня в каждом отделе библиотеки будут проходить мастер-классы, а в отделе искусства – арт-викторина «Зимушка-зима», в которой участников познакомят с художниками, которые изображали зимние забавы. В отделе детства, в зале первооткрывателей, будут проходить святочные гадания. Ну, точнее, мы поговорим как раз о святочных гаданиях, которые проходили на Руси от Рождества до Крещения, ну и проведем шуточные гадания такие. Также в этот день наградят сертификатами участников онлайн-челленджа «Маска. Мы тебя знаем» без возрастных ограничений. Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефону 9-17-34. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.